Два посетителя городской больницы сначала выясняли отношения на словах. Затем один из них достал нож, ранил оппонента и бросился бежать. Ближайший наряд полиции находился рядом. Получив сообщение об инциденте, полицейские задержали бегущего подозрительного мужчину. При нем обнаружено орудие преступления – складной нож. Подозреваемый 43-летний местный житель был отправлен в дежурную часть полиции. Установлено, что это местный житель. Ранее он уже привлекался неоднократно к уголовной ответственности, имел богатое криминальное прошлое. В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Потерпевшему оказана первая медицинская помощь. Мужчина жив.